гляди, если ты сама еще не знаешь. Как там написано? Посмотри. Будто это одно слово? Да. Да. Значит, мы что? Поем его целиком. И не разрываем. Да? Давай. Корова, любимая песня всех. Сейчас все хлопать начнут, когда ты начнешь петь. Конечно, надо. Что случилось? Это веселая песня. Thank you.
Да я бы так не сказала. Песня-то просто озорная песня. Если есть замечания, это же хорошо. Это значит, что ты чего-то еще научишься делать. Понимаешь? Значит, что ты станешь еще лучше. Понимаешь? Ну, посмотри на меня. Я сейчас тоже так с тобой буду разговаривать. Уже. Хочешь? Я не хочу. Понимаешь? Если есть замечания, это хорошо. Значит, еще есть чему учиться. А ты, собственно, находишься в самом начале этого пути. Понимаешь? Да? Хочу твой взгляд поймать. Ты так поверх меня глядишь? Тебе так со мной неинтересно? Интересно. Говори мне четко. Интересно. Очень приятно, что с тобой, говорю интересно. Видишь, я за себя говорю. А если интересно, тогда я хочу увидеть твой интерес в этом процессе. Плакать не надо. Хорошо? Слезы, они все останавливают. Мы начинаем друг друга успокаивать и переживать. А зачем нам переживать? Нам не надо переживать. У нас нет повода для переживания, правильно? Погода, наверное, так действует. Там дождик капает, да, и ты тоже заодно. Ну, не надо. Представь, что вот смотри, тут у нас-то нет дождя. У нас светло и хорошо. Реалистка ты какая. Там же никто не сидит, чего я туда буду смотреть. Ну ты даешь. А как в театре люди выходят в предлагаемых обстоятельствах? А когда в детском театре мужчина выходит, изображает какого-нибудь там, я не знаю, хотела сказать осла. Карл. А он не осел в действительности. Понимаешь? А должен играть осла. Ты выходишь, ты певица, ну и что там, такая погода, а песни веселые, правильно? А ты так грустно ее спел. Песня лазерная, да? А почему ты думаешь, что мальчик должен быть? В фильме мальчик, ну ты даешь. То есть теперь, если там спел мальчик, уже девочка не должна петь. А почему ты ее поешь тогда? Почему ты тогда не пойдешь? Ну а почему ты ее пойдешь? Если ты считаешь, что должен быть мальчик. Песня хорошая. Вот. Вот главное условие для того, чтобы петь, понимаешь? Песня хорошая, я ее пою, мне она нравится. Мальчик там, еще кто-то поет. Они поют себе там, а ты здесь поешь. Что ты сейчас думаешь? Нет. Любимый у вас ответ такой, да, не знаю. Вот первоклашек так учат, на все вопросы отвечать не знаю. Ты же о чем-то думаешь? Ну, расскажи. Мне интересно. Я вижу, что это там бурлит просто. Я думала, как спит, лучше. А что нужно для этого, как ты думаешь? Конечно. Смотри, как ты все правильно думаешь. Осталось только воплотить. Это трудно? Трудно. Но никто же не говорил, что будет легко. Никто не говорил. Сказали, что трудно будет, да? Музыкантам будет трудно. Это правда. А хорошим музыкантам будет еще труднее. Знаешь, сколько слез проливают музыканты? Нет. Ну, не знаю, несколько ведер, наверное, пока он станет музыкантом. Так что, в общем-то, это неплохо, что ты плачешь. Это нормально. И нормально, что не получается что-то. Понимаешь? Это не страшно. Это хорошо. Понимаешь? Да. Нет. Понимаешь. Ты молодец. Поплакать. Хочешь поплакать? Мама. Мама, должно пожалеть маму. Не плакать. Домой?
Я знаю. Договорились? Я знаю, что сейчас твое упражнение. Мяу. Это такое упражнение? Да. Вот, видишь, ты уже сразу мне говоришь любимое какое-то упражнение. Мяу-мяу. Это же самое только мяу-мяу. А, если будет, так не знаю. А у тебя есть дома котенок? Кот. Маленький еще. Большой, он все время мяу-мяу. Бросил. Мой взрослый меня видит и идет просить все время. Как только видит, сразу. У тебя тоже? И поэтому любимое упражнение мяу-мяу. Да? Ну, отлично. Давай, мяу-мяу. Только открывать рот не договаривайтесь? Давай. Откуда мне нужно? Как вы? Уходят немножко в другую сторону, они просто проговаривают и не очень.
очень обращаю внимание на интонацию, это очень важно на данном этапе, чтобы частота была интонации, чтобы четко все. Они понимали, чтобы, куда идет мелодия, чтобы четко знали, что они делают. Потому что так они что-то там вроде спели, слова проговорили, вроде как да, все, закончилась песня. А по сути, если копаться, то там не чисто, там не чисто, это ни к чему. Ты сольфеджио тоже занимаешься? Не любишь сольфеджио? Да. Не люблю, честно говоря. Не очень. Ну это нормально. Вот так вот предмету не повезло, его не очень любят. Но он очень важен. Очень важен. Ну, может быть, и станешь, если ты рожден каким-нибудь самородком и гением, то можно, я не знаю, грамоты стать, но тут уже как жизнь тебя повернет, понимаешь, да, нужно быть семь пядей во лбу, что называется. Но если ты будешь владеть сольфеджио, если ты все четко будешь знать, чисто интонировать, то это только будет плюс. Понимаешь? Это очень хорошо, если ты будешь знать. Поэтому занимайся сольфеджио. Ну что ж, мне нравится. Не все, что мы делаем в жизни, нам нравится. Так уж устроено. И не все мы делаем, что хочется. Понимаешь, невозможно так. Вот это хочу, не хочу. Иногда приходится стиснуть зубы и сделать что-то. Поэтому это не страшно. Поняла? Поэтому мы идем вперед, учимся. Иногда делаем не то, что нравится. Но зато благодаря этому становимся лучше. Да? Ты улыбаться умеешь? Или не знаешь, если не скажешь? Умею. Умею. А подаришь мне улыбку? Я не умею. Ну давай, спустишься, может быть, это выглядит. Уже все. Отстреляли. Я не увижу вашу улыбку. Вода влезает на задний план. Давайте чуть-чуть еще. Ага, это так. Вот, и так хорошо. Ну все. Умнички. Все. Растерялись, скажи. Что надо сказать?